холестерином, связывает еще с одним веществом. И результатом детоксикации является желчь. Значит, желчь – это конечный результат любого процесса в нашем организме. Ткань печени, она очень мягкая. И желчь выделяется, вырабатывается клеткой и проходит по таким жестким каналам, желчевыводящим протоком. И кто когда-нибудь, если вспоминаете говяжью печень, да, которую, то есть она такая вроде мягкая, она такая пушистая, но когда мы начинаем ее перерабатывать и молоть, да, через мясорубку, на мясорубочный нож наматывается вот такая жесткая, вот такая вот хрустящая пленка. Да? Вот это именно те каналы, по которым идет желчеобразование. Поэтому вообще организм настолько, в синтезе белка настолько он, то есть эта функция очень простая, производство собственных белков. Вторая функция нашей печени, вторая функция, это детоксикация. Детоксикация. И если с синтезом белка это в принципе все понятно, да, с функцией производства белка, и нарушится она может только тогда, когда в пищу перестает поступать пищевой белок, да, когда мы не кушаем мясо, не пьем молоко, не кушаем яйца, кушаем в основном углеводную пищу, то есть сладкая, там, картошка, именно то, что не содержит белок, вот тогда функция печени, да, синтез белка может нарушиться. То есть, если процесс поступления с пищи белка происходит ежедневно, регулярно, то, в принципе, с этой функцией в печени ничего не происходит. Вот с функцией детоксикации происходит очень серьезный метаморфоз. Потому что для того, чтобы произвести детоксикация в нашем организме происходит всегда. Потому что нагрузка токсинами на нас с вами, она очень серьезная. Мы с вами кушаем токсины. Токсины образуются внутри. Идет поступление различной грязи извне, с кожей, да, через кожу, через легкие, через пищеварительный тракт, любыми путями. И вся эта грязь, все эти токсины, они обязательно окажутся в печени. И задача печени — перевести вот эти токсические вещества в нетоксическое соединение. И на сегодняшний день природа очень изобретательна в детоксикации. И для того, чтобы прошла вот эта функция детоксикации в печени, нужно необходимо огромное количество сопутствующих микро- и макроэлементов. Потому что для каждого токсина природа придумала определенную свою химическую реакцию для того, чтобы это вещество не оказало токсического влияния. Для детоксикационной функции печени вот именно на 100% здоровья организма зависит от здоровья печени. И здоровье печени зависит именно от того, насколько мы обеспечиваем нашу печень материальными ресурсами. Насколько полноценно мы питаемся, насколько мы даем ей все то, что необходимо. Для реакции детоксикации необходима огромная, практически вся таблица Менделеева. Нужна сера, нужны соединения цинка, селена, меди. То есть и практически вот все вещества, которые есть в таблице Менделеева, для каждого вещества есть своя химическая реакция. Возьмем простой пример. Да, вот сера. Сера участвует более чем в 50 детоксикационных реакциях. То есть пришел токсин, а у нас с вами в этот день нет заначки, небольшой заначки серы. И реакция не пошла. И мы с вами оказались беззащитны перед этим токсином. Поэтому насколько важно именно обеспечение нас с вами, нашей печени, вот этими полноценными материальными ресурсами.